тебе cantado de amor. Мария. Да, Антонио. Что да? Мария, я еще не задал никакого вопроса, а ты уже отвечаешь на него «да». Я не отвечаю, просто после того, как ты ко мне обратился, назвав меня по имени, я должна была обозначить, что я здесь и слушаю тебя. А зачем это обозначать? Я и так вижу, что ты здесь. И попробовала бы ты меня не слушать. Но я же должна была как-то отреагировать. Я же не могла сказать «нет, Антонио». Не надо было отвечать ничего. А теперь у нас есть «да», которое должно стать согласием на что-то, иначе оно пропадет. Разве можно так разбрасываться словами? Они так быстро закончатся. Я ничего не поняла, Антонио. Неважно. Просто знай, что ты уже заранее на что-то согласилась. На что-то? Подожди, Мария, дай мне подумать. О, я придумал. Ты согласна, чтобы я поехал отдыхать в Акапулько один? Но я не согласна. Поздно. Ты уже сказала «да». Все, я начинаю собирать чемодан. Да, кстати, Мария! Что происходит? Почему ты мне не отвечаешь? Потому что ты опять используешь мое «да» в своих целях. О, Мария, не преувеличивай значение своего «да». В большинстве случаев достаточно и моего «да». Вот смотри, Антонио, хочешь текилу? Да. И все. Так что, Мария, неси текилу и можешь ничего не говорить. Будем отмечать мой отъезд в Акапулько. Антонио! Все.